Don't lose your way. Your mind will have to be a part. Don't be afraid. My sweet heart. This is the way to be sure. Как же у меня сейчас бомбит? Что, никого в мире так не бомбит, как у меня сейчас? Эх, дорогие подписчики, запомните вот это мое спокойное, адекватное состояние, потому что скоро его может не стать. Всем привет, с вами Титан, вы на канале Титан Channel, и я возвращаюсь к прохождению Экстрим Демонов. Последний раз конкретно Экстрим Демоны я проходил где-то 2-3 месяца назад, во время того обострения. Я думаю, что вы помните, хотя это трудно забыть. Тогда, скажу честно, мне было очень трудно проходить сложные демоны. Почему-то невероятно сильно хотелось бомбить после почти каждого фейла. Но все-таки нужно. Нужно вернуться. Осталось очень много противных долгов. Вы очень просили меня их допройти. Плюс за 2 месяца, думаю, нервы уже восстановились. И также были сделаны соответствующие выводы. Поэтому больше думаю, что такого дурдома не повторится. Но все-таки нужно быть готовым ко всему. Я вас предупредил. Приятного просмотра. Ставим лайк на удачу и приступаем. Ну что же, первым делом, конечно же, я хочу допройти вот этот легендарный демон. Уже где-то 4 видео я по нему делал и так и до сих пор не прошел. В общем, Bloodbath первая попытка. Пожелайте мне удачи. Погнали. Вперед, начинаем. Да, действительно может случиться все что угодно. Может быть, я сейчас его четенько пройду, преодолею все препятствия, все трудности, все свои психи. И тогда можно будет взяться за следующие долги или же перейти уже на какой-то новый уровень. Взять экстрим демон следующей сложности, какой-то, например, из топ-30 экстрим демонов. И тогда все будет очень офигенно, но, как вы понимаете, это самый хороший вариант, самый идеальный. Скорее всего, может быть, он и не получится. А, например, получится так, что я не смогу держать себя в руках. Удары по клавиатуре, удары по столу, бомбеж. И дальше пошло-поехало. Думаю, вы понимаете, что это может быть. Но сейчас у меня тоже уже есть хороший опыт, чтобы против этого бороться. Как-то не очень хочется возвращаться в ту яму позора. 1000 дизлайков, 1000 хейтеров. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого не допустить. А тем временем уже шар подошел. Вот бы его пройти и уже приступить части Мичикуну. Вовремя. Так, и вот так, хорошо. Уже, в принципе, неплохое начало. Более-менее, все, погнала. Самая, одна из самых сложных частей в этом уровне. Отлично. И противная тарелка. 30%. Еще, кстати, одна причина, почему я решил вернуться к прохождению экстрим демонов. Это то, что мне на пятки наступают конкуренты. Например, Декоди недавно прошел Deception Dive. И надо бы опять уходить в отрыв. Неллиса, конечно, считать не будем, а то он только на стримах любит рассказывать, какой он про, а какой я нуб. Так, тихо. Блин, как так? Я сдох сразу же. Да, ну Неллис, конечно, вообще офигел. Нужно будет, если удастся в нормальном состоянии выбраться из этой передряги, вызвать его на баттл. Пусть на деле покажет, какой он про, а то только и может, что за спиной всякие там истории рассказывать. На словах, конечно же, все герои. Так, аккуратно. Конечно же, он не согласится на вызов. Опять же таки, начнутся всякие отмазки в стиле Декоди. Нету времени и так далее. Квак. А я же... Блин! Так, пора конкретно сосредоточиться. Нужен уже какой-то более-менее нормальный рекорд. Ай, блин, да я забыл! Это все из-за шипа, знаете какого? А вот этого. Почему он мешает мне пройти? Я хотел бы в оригинале пройти, а не на копии. Кстати, с этими копиями была весьма неприятная ситуация. Вот с обычного Bloodbath копию сделать нельзя. Поэтому я тогда взял копию от Bloody Spikes. Он как раз тогда его прошел. Но получилась такая неприятная история. То, что он по чуть-чуть облегчил уровень где-то в 5 местах. Я один этого не смог заметить. А потом, когда уже выложил видео, то с десятков тысяч людей, которые посмотрели, кто-то заметил. Начали делать сравнения, там накладывать уровень на уровень. И сразу же начали называть видео, типа «Титан». Обманывает подписчиков, облегчил Bloodbath. Потом, конечно, стало ясно то, что это Bloody Spike на самом деле его облегчил. Но некоторые люди и до сих пор говорят, что это я сделал. Например, тот же Неллис на каждом своем стриме. Конечно же, он знает, как был на самом деле, но
Но ему, конечно, выгоднее говорить, что это я сам облегчил. Так, так и так. Ладно, давайте. Тот рекорд был незаконченный, потому что я сдох нечестно, поэтому сейчас нужно было сделать нормально. Ну ладно. Если так сравнить Демон Элис и Лейтенан. Ну, он ничего не прошел, по сути. Только Red World Rebirth там. Я не знаю, нерфил он его или нет, как Blood Buff. Но сомневаюсь, что он его легитно прошел. Квак. Так, пора дойти, сами знаете куда. Ага! Дошел! Ну давай, пожалуйста. Да, погнали! Ну, хотя бы сюда начал доходить. Теперь, когда один раз дошел, уже все должно пойти чуть-чуть попроще. Фух. Последний же шипик оставался. О, отлично, да. Отлично. Что такое? Фух, пожалуйста. Да! Последняя часть. Так, главное быть спокоен, главное быть спокоен. Просто нужно сразу же приступать за следующую попытку, чтобы отвлечься от бомбежа. Вперед, вперед, вперед! Назад, назад, назад!
Тысяча грёбаных попыток. Чем больше тут попыток, тем я злее. Как же бесит эта часть Мичигуна! Это такой... Я занят, я записываю видео! Ха-ха-ха! Как же у меня сейчас бомбит! Еще никак никого в мире так не бомбил, как у меня сейчас! Пошли, ищи! Нет! Вовремя нажимай тарелки! Вы просто не представляете, как же в этот момент мне захотелось бомбануть. Переломать нахрен все, ну или хотя бы клавиатуру. Однако вместе с тем я понимал, что это будет равно поражению, а больше я проигрывать не намерен, все-таки я титан. Поэтому я взял все силы в кулак и продолжил прохождение, несмотря ни на что. И вы не поверите, очень скоро за такую смелость судьба меня отблагодарила. Отблагодарила, конечно, так отблагодарила. Yeah,